Без тебя такой сон видела, думала, не проснусь. Что сон? Ты что сон со мной наяву-то был, что не каждому во сне приснится? Я у своей был! У Пижоновой и у той, что с Вахами говорила, у Белотеловой. Я фамилию Новоротов прочел, когда оттуда уходил, маменька, туда я, через забор. Боишься, где тебя нелегко это носит? Ты не знаешь, с кем теперь разговариваешь. Мишенька, я-то с тобой, ты с кем? Миш, успокойся. Вот они, мечты-то мои, все, и правду выходит, все, я устал. Миша, что, вот она вот так вот прям богато живет, да? Богато, дом, лошади, сад, деньги вообще, все. Все, как сваха говорила, денег счету нет. Счету нету. И ты что? Я женюсь, мам. Наконец-то, господи. На ком, Миша? На обеих. Миша, ну ты обрадуешься, себя не помнишь. Какие слова-то говоришь, ни на что не похожие. Я вообще сидела. Это столько счастья, это в один день. Миша, у этой пижамкиной... Пижоновой. У нее-то, Миша, сколько? 150 000. Миша, открывайся, задохнешься. Миша, а у этой-то гораздо меньше, чем у той. Да. Зато та помоложе, а эта постарше, только ее и побольше. И что это пижамкина? Пижонова. Она-то согласная? Обе согласны. Только одна, чтобы вот так вот дома, а другая-то, чтобы увезти. Я никак не успокоюсь, мальчик. Вот посмотри, посмотри, я сад во сне видел, вот посмотри, я в двух садах побывал. Миша! Я Китай во сне видела! А я не знаю, ах, чему это все? А у Белотеловой лапка в Китай-городе, вот весь ваш суд. Миша, сиди, отдыхай. Успокойтесь. Да я хочу успокоиться, ты мне не даешь подойти. Маленька, успокойтесь вы. Это что ж такое получается? Получается, что я бедный молодой человек, значит, я хожу себе по улице, значит, я хожу, Миша, хожу, я хожу, ноги стоптала, сколько я хожу, ой, столько хожу. А теперь я что, поеду? В коляске. Миша. Вот что еще подумал. Миша, ты так много, что нельзя так. Вот там вот. Если за Пижоновой в приданное сад-то дадут, так этот, там забор-то вот этот, можно будет его... Это ты что сделаешь? Разгородить! Сделать один большой сад. Построили там аллеи, беседки. Миша, я не поняла. Ты что, ты в самом деле на обеих решил жениться? Да, так да. Как на обеих-то? А как ты на обеих-то, Миша? Сады у них рядом. Все, забор разгородили, все. Да полегче будет, да, без забора? Миша, как на обеих-то? Так. Мишенька, господи, не справишься вообще. Миш, вот. Ну как на обеих, что ты? Тебе бы одну как, Миша, что ты? Все. На обеих-то нет. Да. Миша, сходи в баню, помойся. Посмотри на себя. Какой на обеих? Ты что?